началось с простой мигрантской семьи. Это я, Алекс Данилюк. Мам, ты что? У нас отберут дом. Я еще заработаю, поверь. Из-за маминых слез я возненавидел банки. Это списки банкиров, погрязших в коррупции, которых мы решили наказать. Неудачный день? А мы знакомы? Я надеюсь, вы оцените качество поставляемого нами товара. И сколько? За все. Мы подняли 60 штук. Твоя половина. Без девчонки никуда. То двое парней, это тупик. Если мы сумеем заработать денег и вызвать хаос. Что-то не то? Проблемы в сети. Мы не привлекаем внимания, не рушим системы, мы всего лишь делаем деньги. Я не хочу загреметь. Мы впаяем тебе взлом банковской системы, кибертерроризм, мошенничество в крупных размерах с кредитными картами на федеральном уровне. Деньги не меняют людей, а проявляют их.